категории льготников в основном инвалиды, и пока натуральному набору гарантированных государством услуг они предпочитают деньги. Напомним, набор социальных услуг будет проиндексирован на 7% с 1 февраля. Сумма составит почти 1000 рублей в месяц на одного человека, основная доля из которых предусмотрена на оплату лекарств. Также государство частично компенсирует санаторно-курортное лечение, проезд на пригородных поездах и электричках, на междугородный транспорт к месту лечения и обратно. Наши все льготники, они могут либо это получить деньгами, либо оставить за собой право. Но дело в том, что выбор вот этот, что сделать на, допустим, скажем, на 16-й год, получать деньги или получать лекарства, наши пенсионеры уже сделали, потому что данное заявление мы принимаем до 1 октября. В связи с индексацией расходы Республиканского пенсионного фонда вырастут почти на 5,5 миллионов рублей в месяц.